Имам за кой ще се прегнат за Бога и от Иисус. Схема простая. Сначала создается где-то компания. Она открывает платную телефонную линию. Потом с согласия клиента со счета снимаются деньги. Но в нашем случае клиент более чем согласен. Что согласен? Обнулить свой телефонный счет. Чего? Ничего не понимаю. Подозреваемые у вас есть?